Всем привет, друзья! Сегодня мы разберем песню Тимы Белорусских «Фотопленка». Я вам покажу, как играть аккорды, как играть бой и покажу, как играется фингерстайл. Давайте приступим к разбору. Погнали! Чтобы эту песню сыграть в оригинальной тональности, нужно зажать каподастер на третьем ладу и играть такие аккорды. Аккордов всего 4. Значит, аккорд АМ, далее аккорд F, аккорд ДМ и аккорд Е. Перебор мы играем вот такой. Дергается струна басовая. Третья, вторая, третья, первая. Третья, вторая, третья. Повторяется еще раз. Затем мы меняем аккорд и играем тот же перебор. То есть бас, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Все, собственно, все. Теперь как играется бой. Обратите внимание на движение в правой руке. Далее меняем аккорд, играем тот же бой. Аккорд ДМ. И аккорд Е.
обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления в нужный момент. До новых встреч, пока-пока.